Ну что ж, дорогие друзья, с вами Дарид, и мы продолжаем играть в Стикман. Это третья часть, третья глава. Поехали, ребятки. Так, что происходит? Где мы? А, вот он я, отличненько. Новый карандаш. Все завалило, но у меня же есть кирка. Эй, откройте дверь. Так, ладно, хорошо. Возьмем новый карандаш наш. А, я не могу открыть это. Давайте посмотрим, что ты сможешь делать. Что это значит? А, вот они, батареи. Не понял. Так, хорошо. Это какой-то провод, да? Проведем провод вот сюда. И что-то ничего не произошло. Так, ладно, смотрите. Красный сюда. Зеленый сюда. И вот так. Ага, это все правильно. Чего-то не хватает. Не хватает просто открыть. Так явно. Явно что, блин. Хотел сказать, ладно. Что мне делать дальше? Есть кирка. Я тут уже не разрублю, думаю. Вода требуется или что? Хорошо, продолжим нашу конструкцию. О, заработало что-то. О, отличненько. Давайте я персонажа, кстати, нарисую. Я же хотел нарисовать. Так, новый персонаж. Окей, ребят, я нарисовал персонажа. Давайте я вам сейчас его покажу. Так, вот такой теперь цветной персонаж. Он немножко побегает. Так, у него тут такие... Как у росомахи, такие когти. Окей, ладно. Мы куда-то вниз опускаемся. Окей, я вижу недостающий фрагмент. А кто... Предыдущие ролики, ребят, я там до конца не прошел. Кто знает, как пройти, обязательно... Обязательно, ребят, скажите, я... Я потом пройду. Не знаю просто, как дальше пройти. Так, ну тут все легко. Желтое к желтому. Зеленое к зеленому. Только так получится. Отлично. Одно смогли, сделали. Так, от желтого давайте сюда проведем. От синего проведем вот сюда. Ну-ка. А, не получилось. Так, хорошо. Хорошо, нет, назад. Синий провод вот так сделаем. Оранжевый немножко вот так. Так, все, мы открыли калитку. Ну-ка, иди сюда. Ага, в ток попал. Так, что-то интересное. А, бур не пойдет. Надо, чтобы он бур пошел и вот эту нам гору прорубил. Интересно, смотрите, тут вода течет. Странно. Тут, наверное, все сейчас прорвет нафиг. Так, а давайте сделаем. Зеленый сделаем вот так. А вот этот мы вот так обогнем. Отлично. Нажимаем на кнопку и давайте смотрим, что он делает. Он куда-то движется. Надеюсь, он правильно движется, я не знаю. Ага, сейчас мы. Прикольно. Бурит, бурит, молодец. Все сломал. Отличненько. Повернулся. Тут довольно-таки интересно, ребят, очень, чтобы подумать, поразмышлять. Я думаю, ребяткам понравится. Так, иди, иди, иди. Давай человечка поменяем на нашего. Так, изначально он мне нравится больше всего. Каждому дадим шанс.
Так, и зачем мне это интересно? А, сначала, ну-ка. Не получается. Кстати, знаете, что я могу сделать? Или не могу? Нет, не могу. Так, а... Я предлагаю синий сделать вот так, наверное, провести. Почему ты не проводишься? Эй! Что тебе не хватает? Ну, все, провели. Странненько все это. А, батарея нужна, все. Батарея у нас вот она. Мы отсюда проводим его сюда. Блин. Он мне мешает. Я не могу провести, ребята. Да что ты будешь делать? Хорошо, там есть другой бур. Давайте попробуем с него начать. Ну, он не действует. Тут запутаться можно. Так, это сюда. А вот эту батарею мы сюда проведем. Отлично, в принципе, питание есть. А, это я переключаю. Куда ехать? Ну-ка, я могу вот это прострелить. Давайте. Почему нет? Давайте попробуем прострелить. Странно, что он не может. Ты что не ешь? А, я должен маленький сломать. Я ему мешаю. Так, ну ладно, просверлим тогда хотя бы тебя. А как это так? У меня убили. Так, ну у нас все тут готово, все нормально. Просто заново начал. Немножечко. Ой-ой-ой-ой, летучие мыши, какого черта? Вы что, офигели совсем? Эй, хорэ нападать на меня. Так, а я могу дерево оживить? О, отличненько. Ну, иди сюда, иди сюда. Так, хорошо. Давай, беги, беги, беги. Все, справились. Так, что тут нам надо сделать? Отсюда пройдем вот сюда. Не хватает чего-то. Зеленого не хватает. Хорошо, мы синий проведем к синему. А зеленый к зеленому. Вот так. Теперь должно все получиться. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. То есть тут нарисуем тоже. Деревца. Иди сюда. Так, раз сердечко возьмем. Давай, 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 иди сюда. Надо выманить его. О, замечательно. И сердце взяли как раз. Все, теперь, я думаю, можно запустить. А что такое? Ну... А зачем красная нужна, интересно? А, давайте-ка сделаем так, почему бы нет? Так, вот это вот так проведем. Почему ты не хочешь присоединяться? Так, ну вот. Видим кабель. Ну ладно, сначала надо желтый, наверное, провести. А что нам вот этот, интересно, дает? Так, проведем, давайте. А, свет нам дал. Ясно, ясно. Что ж, давайте нажимаем на кнопку и следим. Так, нам надо сломать вот эту вот стену. Эй, куда он поехал? Блин, я забыл. Вот, вот так надо. Все, погнали. Ты, блин.
Он когда назад поедет, он повернет. Сейчас. Сейчас заедет. Отлично. Вот сейчас все правильно будет у нас. Наконец-таки, как долго мы мучились. Фу, игрушка достойная. Хочется пройти ее полностью. Я думаю, я пройду ее до конца. Персонажа, когда хорошего нарисую, я думаю, мы с ним и мы продолжим. Ух ты, тут недостающий фрагмент. Отлично. Но по сути тут больше ничего нету. Нашли недостающий фрагмент, это очень даже здорово. Сохраниться можно? А вот еще недостающий фрагмент, только я не знал, как я до него доберусь. Кто знает, как добраться? По-моему, карандаша просто не хватает. Топора, что ли, чтобы я мог вот это срубить. То есть это потом надо будет возвращаться, наверное, сюда. Так, ну пока что для начала, знаете, что можно? Так, хорошо, давайте переключим вот сюда, сделаем. Ну-ка. А, нет, сначала надо провести кабель. Сначала надо синий провести. Так, сейчас надо все это обдумать. Хорошо, вот этот кабель пойдет вот сюда. Отлично, все. Он ломает его, ясно. Я понял, что для начала надо сделать. Надо от них избавиться. Да что ты будешь делать? Он от света помер. Ясно, мы точно так же сейчас сделаем вот тут. А, нет. Тихо, стоп. Блин. Хорошо, красный. Красный вот так подключим. Так, тут надо, знаете, что нарисовать. Так, дерево. Так, хорошо. Нам надо кабель провести вот так. Не хватает, что ли? Почему ты не хочешь провести его? Так, ладно. А если я тебя вот так проведу? Все, загорелся свет. И он расплавился. Так, это так. Нам надо зеленый провести. Зеленый давайте проведем. Аккуратненько вот. Так. Да блин, да почему? Все же кабель проводится. Хорошо, а если я красный проведу вот так? Красный провели, вот. А зеленый что-то выпендривается. Хорошо, мы прям к батарее проведем. Вот так. Все отлично, я могу включать кнопку. В принципе, да. Давайте наблюдаем. А, нет, стоп, куда ты поехал? Блин. Надо его назад. Сейчас тут все провода... Теперь будут гнаться за мной. Так, сейчас отстань. Ну-ка, иди сюда. Давай, иди сюда. Ну что ты боишься? Иди сюда. Отличненько. Так, едем назад. Блин, как же сложно тут. Нам надо, чтобы загорелось. Чтобы загорелось. Так. Лампочка. Для этого мы должны будем резко вот так провести. О, отлично, он загорелся. О, кто-то вышел. Мы нашли тебя. Отличненько. Так, что мы делаем тут? Так, можно сделать? Можно. А отсюда сюда можно сделать, интересно? Вот так. Да, отлично. Это мы вот так сделаем. Хорошо, теперь можно переключить наконец-таки. Так, я тебя не переключу, потому что нам надо сделать вот так.
Да почему ты не хочешь-то? А напрямую? Вот, напрямую пошел. Ну-ка. Вот, отличненько. Поверим сюда. И по сути, да. По сути, все. Все у нас хорошо. Проверяем наш навык. Ползет, 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 ползет. А, нам надо в другую сторону ехать. Елки-палки. Сейчас он повернется. Долго то сюда он ездит. Так, теперь еще раз поворачиваем. Давай, 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 ты сможешь. Окей. Причем персонажа можете сами нарисовать. Ух ты, он меня задел. Немало процентов здоровья. Тоже урон наносит. О, отличненько, смотрим. Неужели? Еще одного освободили. Блистательно. Так, сколько у нас уже освобожденных? Что нам еще не хватает сделать? Такое ощущение, что мы уже все сделали. А, ну вот. Проведем кабель, нет, или нельзя? Нельзя, к сожалению. Тут красного нет. То есть нам надо опять обходить, ладно. Так, обошли все это дело. Тут у нас все отличненько. Так, вода нас не лечит. Тут надо аккуратно, чтобы не погибнуть. По сути, надо желтую батарею. Ну-ка, давайте попробуем сделать вот так. Мы провели, да? Зафиксировали. Сделаем таких два провода. Чтоб наверняка. Я бы еще даже вот так зафиксировал. Вот, хорошо, ребят. Теперь обходим назад это все дело. Так, значит, обошли все назад. Проводим, проводим этот кабель. Отлично, все провели. Фу, включилась машина, неужели? По-моему, мы сделали все правильно, ребят. Спускаемся вниз. Так, что у нас тут? А, наш главный враг. Что он сделал? Он производит летучих мышей. Блин. Что-то нельзя. Киркой пользоваться нельзя, написали. А, все, нам надо было кнопку нажать. Все, бур идет, идет, идет. Куда, интересно? Мне мало процентов здоровья. Так, тут мне надо сделать вот так вот. Тут был проход. Он полетел за мной. А, он меня убил, ребята. Но в следующей части мы обязательно с вами продолжим. Ребята, если хочешь продолжение, знаешь, что надо сделать, поставить палец вверх, поддержать и давать какие-нибудь советы, я потом буду читать. В общем, блин, я рад, что вам игрушка понравилась. Всем, ребят, до скорого. Пока-пока. Еще увидимся не раз.